Еще раз покажу, смотри внимательно. Значит, вот мы ставим правую руку круглую, как мячик. Левую руку делаем кулачок и суем, кладем под правую руку, чтобы она не давала правой руке опуститься. Вот у нас правая рука, а вот у нас левая рука. И дальше мы поднимаем, играем до, ре, ми, фа, соль. Поднимаем, соль, фа, ми, ре, до. А вот эта рука все время на месте остается.